Читает Евгений Онегин и наизусть, решает при этом сложнейшие уравнения, играет в шахматы и на фортепиано играет, кстати, тоже прилично опережая сверстников. Все это о мальчике, которому всего 9 лет, в Северной Осетии воспитывает настоящего вундеркинда. Кристина Орлова познакомилась с этим чудо-ребенком. Мой дядя самых честных правил, когда не шутку за ним мог, он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог, его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука! С больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Читает наизусть Евгения Онегина и одновременно решает сложнейшие задания ЕГЭ. 9-летнему гению это удается легко. Пара строф пушкинского романа и вуаля, уравнение решено. Куда сложнее Алексу высидеть на занятиях со своими сверстниками, третьеклашками. Я ношу с собой записную тетрадь, и пока они там решают какие-то примеры, которые я уже решил, я просто пишу себе что-нибудь в той тетради. Например? Ну да, какие-нибудь формы. Неординарные способности сына родители заметили, когда мальчик пошел в первый класс. Ради интереса папа решил задать Алексу несколько сложных задач. И каково было его удивление, когда сын с каждой из них справился. Он посчитал, перевел минуты в секунды, отнял 20, умножил на 3 и выдал. Перевел опять в минуты и выдал мне 2 минуты. Как это он сделал, я не знаю. Чтобы талант юного вундеркинда не пропал, выход был один. Это дополнительное образование и необычный педагог. Такой человек в Осетии нашелся. Белла Касабиева. Все. Соображаю. По образованию женщина-физик-ядерщик. И за свою жизнь вырастила уже несколько поколений вундеркиндов. Я должна заметить, я должна почувствовать, что он может... Что он может на данный момент, то, что ему нравится. И вся методика моя под него, для него. Педагог уверяет, даже среди других одаренных детей Алекс значительно выделяется. Он практически в уме решает сложнейшие уравнения. Лайф тоже решил проверить способности мальчика и предложил ему решить профильное ЕГЭ по математике за 3 часа. А для верности эксперимента за ребенком наблюдал наш независимый эксперт. Задание состояло в следующем. Найти 4-значное число, кратное 44, любые 2 соседние цифры которого отличаются на 1. В ответе укажите любое такое число. Алекс нашел данное число. 3212. Алекс легко решил задачи для продвинутых 11-классников. С таким результатом в следующем году он мог бы запросто стать студентом какого-нибудь престижного вуза. К тому же случаев таких в истории было уже немало. К примеру, корейский чудо-ребенок Ким Ун Йонг поступил в университет в 4 года, а Грегори Смит стал студентом в 10 лет. Кристина Орлова, Ольга Кондратенко, Фатима Дзиваева. Лайф.